Наташа, Полина, Вероника, Карина и Руслан Мукановы с удовольствием вышли на сцену и приняли участие в конкурсе «Лучшая многодетная семья Оренбуржья». Сценарий получился ярким, и они победили. Выступать на различных конкурсах и соревнованиях в этой семье любят все. Туризм, увлечение общее. Полина и Вероника уже добились серьезных результатов. Капитан своей команды, то есть если где-то мальчишки начинали где-то отлынивать, Полина всех собирала в кучу всегда. То есть Вероника, то есть ей просто показать, ухватов на лету. Она может неделю не ходить в тренировки, две недели не ходить, но вдруг соревнования какие-то намечаются, куда-то ехать. За 2-3 дня она выучит программу, которую детям дается месяцами. Полина учится в Орском педагогическом колледже, но с удовольствием приходит в родной спортзал и выполняет упражнения. Сейчас у нее второй взрослый разряд по туризму, а шла к этому 7 лет. Мне лет 10 было. Вот мы первый раз поехали. У нас есть речка там, Кумацкое водохранилище, туда поехали на соревнования, ориентирование там бегали. И после этого все началось, начали заниматься. Первый раз очень было страшно. Ну, Майра Амтлендовна помогла мне с этим. Сказала, попробуй, потом не будет страшно. Ну, я попробовала. Сейчас у Вероники второй взрослый разряд по спортивному ориентированию и десятки походов за плечами. Карина и Руслан пока в турклуб не ходят. А вот в группе продленного дня «Колобок» занимаются охотно. Всегда тянут руку и отвечают на вопросы педагога. Это дети очень добрые. Доброжелательный к окружающим им детям, вообще вот к окружающему миру. И они самостоятельные и трудолюбивые. Это вот самое главное, что можно сказать об этих детках, что отличает, может быть, вот их от всех других – доброта. Все дети в семье Мукановых любят речку и лес. Они всегда поддерживают предложение родителей провести выходные вне дома, причем в любую погоду. Мне нравится на пилоте, потому что можно дышать свежим воздухом, играть мячем, кататься на качелях. Мне нравится кататься на качелях и лазить по деревьям. У девчонок свое коронное блюдо, которое, по их мнению, приготовить на природе легко и быстро. Сейчас мы будем делать шаурму. Первым мы намазываем майонез, затем мы кладем туда мясо. Затем мы кладем туда овощи, огурец с помидором. Все раскладываем. Поливаем все это кетчупом. Теперь мы ее заворачиваем. Наша шаурма готова. Так шаурма от девчонок, мамин борщ и папин шашлык. От такого ужина никто не откажется.